проседающая угроза. Этот участок в 3 метра на улице Малахова с каждым годом все ниже и ниже. Машины, которые здесь проезжают, да, то есть у них подвеска на этих местах реагирует на эти ямы. То есть явно здесь превышение дефектов по размерам, по ГОСТу. А всему виной ремонт теплосетей на участке рядом, уверяют специалисты. И дорогу нужно как можно скорее ремонтировать. Или провал. И тогда улицу внесут на карту убитых дорог. Сейчас там больше 150 участков, и это только в Барнауле. Возможно, появится там и улица Попова. После дождя здесь реки. Топит из-за проседания асфальта, а вода еще больше размывает грунт. Мы просто призываем комитет по дорожному хозяйству выезжать сюда, направлять своих экспертов и давать именно экспертную оценку. В мэрии поясняют, гарантийные обязательства на объект действуют в течение 5 лет. Если за это время полотно износилось, дефекты устраняют за счет подрядчика. Это как раз были места повреждения сетей, и работы по восстановлению благоустройства выполняли подрядчики ресурсоснабжающих организаций. На данные участки ордера на производство земляных работ еще не закрыты. Гарантийные обязательства у них сохранены. Подрядные организации планируют приступить к восстановлению в ближайшее время и до 15 июня все завершить. А это улица Титова. Водители не едут, там маневрируют. Самый минимальный дефект, который уже требует ремонта, согласно стандарту, составляет 15 сантиметров и глубину 5 сантиметров при площади 0,06 метра квадратного. Дорожные выбоины не должны превышать по глубине 5 сантиметров. Сейчас ради интереса мы с помощью линейки замерим глубину этой ямы. Получилось 9 сантиметров. А значит, в своей очереди ждет и улица Титова. Кстати, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в июне тут начнут ремонт. Однако водители считают, дороги делают слишком часто, что заставляет задуматься о качестве укладки асфальта. По-новому как бы переделать его надо. Да плохо прозимовал, плохо. Он там на Петрова, на Малахова, до Попова. Ну а в целом, как можно оценить дороги в городе Барнауле? На троечку. К слову, 4 дороги уже отремонтировали, на 16 работы ведутся. А всего в этом году восстановят 35 участков. Но общественники напоминают, если вы знаете о ямах в асфальте, внесите это место на карту убитых дорог. Там же, кстати, можно голосовать за проблемные участки, повышать их в антирейтинге, чтобы власти о них не забывали. Мария Микшута, Никита Ермаков, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком.